И скандал. В радикальной партии Украины депутат Ляшко может лишиться лидерства из-за видео, попавшего в сеть. В 10-минутном фильме рассказывают о его связях с криминалом, а также о нетрадиционной сексуальной ориентации политика. Кроме того, авторы утверждают, что Ляшко не приезжал в Донбасс после начала силовой операции, а видео с ним якобы на передовой – не что иное, как постановочные кадры. Их снимали в окрестностях Киева, а в роли украинских солдат выступали актеры.